В Златоусте при пожаре на складе автомасел пострадали два человека. Работники сервиса надышались угарным газом, пока пытались потушить огонь. Сейчас они в больнице. Остальных людей эвакуировали на улицу. В данный момент сотрудники МЧС устраняют последствия ЧП, а дознаватели разбираются в причинах возгорания. Известно, что склад выгорел полностью. Житель Троицка погиб, спалив свою дачу сигаретой. По предварительным данным, именно неосторожность при курении могла стать причиной пожара в доме. Вспыхнула частная постройка по улице Пушкина. Сотрудники МЧС говорят, что нашли мужчину в районе очага возгорания. К этому времени человек был уже мертв. Его дача горела открытым пламенем. Огонь быстро потушили, но за это время хозяин, видимо, успел надышаться ядовитыми парами.